настрой на игру, последнее наставление. Идем дальше. Паял Кубек? Нет, паял Кубек. Кубеком и ракет. А, ух ты. Так, идем дальше. А, в защите. Линия защиты, раз, два, три человека у нас есть. В девятке надо как? Надо три дебека, три лайнбекера. Хорошо, дальше. Не правда. Три лайнбекера. Так, вы корнера с Игорёхой, они с сейфти. Да? Байол. Байол. Ты лайнбекер. Это два. Я тоже третий лайнбекер. Широкий по этой стороне. Ты хочешь еще тоже лайнбекер, да? Будешь меняться со мной или... Да, или с Анисом я буду меняться. Пока так выйдем. Ну или вон с Саларом будешь меняться, тоже вариант. Хорошо. И в линии вас трое пока начинает. А кто третий? А, вас четверо вообще. Да, все же есть. Будете меняться. Можно с пацанов. Да. Хорошо, значит, вы пока втроем в старте выйдете. Сразу на подмену. Два розыгрыша кого-то отправляйте. Нам тоже потом. Ну, посмотрим, как пойдет. Стартов нападений. Ну, да. В защите нет. В защите мы тебя будем высовывать прямо. Ламбекер. Все, пока так. О, ничего себе. Давайте что-то крикнем. Белые. За Грецию. Белые в городе. Избежим дефолта.